Саша, Саша, прини голову. Ты покажи друзей вон там. О! Это запасные инспекторы. Бе! 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 Ты снимай второго, Виталь. Слышь, Виталь, я вот этого веду, а ты вот того найди. Вот там есть второй, я не вижу его. У тебя травинка застряла в объективе. Эй, взятка. Машинка. Это дал взятку. Номер. Номер машинки, это иди. А вот и номер машинки есть. Взяточника. Есть взятка пошла. Смотри, отсчитывает. Красавчик. Ой, столько купюр. Смотри, как передает. Опля, вон исчезла. У инспектора в руке в этой вот. Возле палочки. Красавчики мои. Фу, вторая уже есть. Хорошо. Виталя, у меня есть, у меня есть. И у меня есть две.
Добрый день! Ну что, ребята? Привет! Добрый день! Как дела? Как служба? Кармашек, достаем деньги сразу. О, взяточки! Которые вы только что сняли, все зафиксировано. Виталь, постой, я к водителю. Скажи мне, сколько он попросил денег? Что? Сколько он денег попросил? Нисколько. Сколько дал ему, все равно зафиксировано на камеру? Да нисколько он не дал. За что хотя бы хотел? Ну что, вот не... ну где зафиксировали? Думал, что нарушил. Сколько денег? Документы проверил. Да посмотрел. Ты деньги давал только что, доставал, все же да. Сняли. Да, ну... За что хотел? За что, я говорю, документы проверил и все. Да ты денег дал, за что дал, хоть скажи. Нет, я его проверял. Ну что ты боишься, сейчас мы за жопу их возьмем. Скажи, сколько денег? Ничего я ему не давал. Ну что ты боишься, тебя разводят, как лоха. Они же стоят тут, разводят целый день. Сколько денег? Я сказал, ничего я не давал, все. Ты будешь смотреть себя по телевизору потом. Можно поздороваться с вами? Здравствуйте. Так все было красиво, все четко. Все четко, от купюры папочка. Рассчитались, рассчитались, все четенько. Одна, вторая, значит, перед этим вот там взяли. Только что здесь вот так вот папочкой прикрыли. И четенько все отчитали. Деньги взяли, четко видно было, как водитель считал и передал. Вон оттуда уже час лежим, жалко вас, ребят, жалко, у каждого семьи есть, да, семьи есть, смотрите. Фу, вот это хорошее, давно такого не было, беспредела, по полной программе, одни, вторые, третьи. Папочка. Да нет, зачем мне, у вас вон деньги здесь, с собой, с собой, только что вы, вам передали деньги. Кто передал мне деньги, скажите? Водитель. Так а что я бензовоз? Почему же вы не... Вот водитель пошел. Мы видим, мы засняли номера и ваши бензовоза. Я не против, водитель пошел. Да, а зачем, почему, ребята, вы берете деньги? Зачем? Какие деньги? Зачем я вы берете, потом, скажите? Право, вам не стыдно, честно? Ну нет, чтобы у нас же дороги, чего, скажите, у нас дороги плохие. Пожалуйста, составляйте протокол. Правильно. Давайте, давайте нашу страну делать. Давайте будем делать. Вместе. Давайте, ну зачем начнем, вы берете давайте деньги? Начнем изначально. Зачем как вы берете я деньги? Меня Виталий зовут. Хорошо. Нет, я лично видел своими глазами. Я не против. Меня Виталий Анатольевич, но это не важно. Виталий Анатольевич, да. Я вам рассказал, все, делайте, что вам угодно. Ты заснял его номера? Да. Хорошо. Что? Высылай сюда, 102. Здравствуйте, меня зовут Виталий, фамилия моя Косенко, я журналист газеты «Дорожный контроль», нахожусь в Днепропетровске. Мне просто интересно, о чем мы сейчас разговариваем? О взятках, которые вы брали. Взятки? Ну, так это, ну, будет... Говорю, о какой взятке? Ну, четко видно, говорю, четко. О, какой взятку что вы говорю, что говорю? Что это, ну, что это за постановление о просто говорю, о какой взятке? А то, о это про и вы забрали для начала. С рук водителя для взяли. Для начала. Давайте, для начала. Вот для вас-то конец уже, поэтому начала никакого не будет. Нет, это для вас, конец, ребята, нет, конец. Не надо, я хорошо, не угрожаю, я констатирую факт. Такие взяточки, да, как вы вдвоем, да, больше работать да и не будут. Это факт. Да. Я просто хочу что сейчас дальше узнать, чтобы показать людям. Вы можете объяснить, как проходит реформа, вам, да, старается как-то реформировать ГАИ? Как вы, да, позволяете себе на ровном месте, чему, среди бела дня брать деньги, какие с водителей? Деньги? Гривны наши, обычные, какие, украинские деньги. Не знаете, что такое гривны? Нет, вам в рублях выдают зарплату. Мне, в чем вам выдают зарплату? Вы сейчас мне даете просто разговаривать. Я не даю. Или что вы это не провокация. Я ребята, ребята, вас четко, на ребята, вас четко зафиксировали. Четко. Вы сказали, вас четко зафиксировали. В чем прикол? Если вы знаете, что вас снимают, вас ловят по всем каналам, и все равно, вам вот-вот уже реформа придет в Днепропетровск, вот-вот, и все равно до последнего. Это что, перед смертью не надышишься? Как это называется? Вот я не могу понять, как это называется, инспектор? Сообщите мне, кому вы подчиняетесь? Московский взвод. Фамилия руководителя есть у него или имя? Да. Как его зовут? Олег Александрович. Фамилия? Коляда. Коляда? Здравствуйте. Виталий, отчество Никола. Анатольевич я. Виталий Григорьевич. А ком? Ну, святая правда. Про кого там? Нормально. Мне ролики нравятся, особенно это. Будь на позитиве. Да. А вы, да? Нормально. Чего? Или вы думаете, что это за интернет? Такие самые. Не, ну, вы согласитесь.
Вы красиво берете, мы честно ловим, все по-честному. Здесь вообще... Ну, каждый... Здесь это же как на охоте, да? Здесь обид не может быть. Это же как на охоте. Здесь называют охота, я всегда говорю, охота за охотниками. Да. Я ж... Вот. Вот эта засада была, сидели мы его. Смотрите. Виталий, а скажи, это точно не от БСА? Нет, это сань. Это от протеина. Меня зовут Виталий. По описанию руководителя я приехал в ваш город. Скрытая съемочка за Питером Мигаем. Сейчас понял, тут качество. Проживайте, идем. Город Херсон. Тут и один, и второй брал. То есть патрули два попались. Очень короткого времени, получаса, специально суд на завтра совершили несколько преступных деяний, а именно взяли... Можно посмотреть ваши документы? Можно. Мы вот... В связи с чем это? Ну, что мы ну, люди... Дальнейший рассказ вас не интересует? Сейчас послушаю, если Смотри. И внимательно смотрим. А зачем доставать было? Я же ваше удостоверение не беру в руки. В руки дадите? Давайте. А почему мое взяли? Давайте, достаньте, пожалуйста. Можно? А что мое взяли? Я также достану и другой стороной положу. Дал человек. Ладно. Не, ну мы же не думали, что. Я же не забрал. Не, ну мы дали, я же дали в руки. Действие такова, что это вы непосредственно руководитель этих людей? Я заместитель командира взвода. Сейчас командир взвода. По 90-му приказу поедете с ними в тюрьму. И все. По факту заявления инспекторов на гражданской полиции. Ближе, как правильно, что по факту заявления инспекторов, что у них что произошло? Перешкоджали нас в инспекторе. Перешкоджали? Тихо, тихо. А чем мы перешкоджали? Просто ваши журналисты. Можете со мной пообщаться? Здравствуйте. Здравствуйте. Колодома фамилия, да, командир. Здравствуйте. Знаете, у нас вот такой неприятный инцидент произошел, но я не могу понять, вот вы приехали... Я же нет, я же не репортаж, я репортаж даю. Можете репортаж давать, как вам решить? Я хотел бы от вас просто вразумительные посылки. Изменить что-то в стране, реформирует это несчастное ГАИ, создал патрульную службу, вливается куча денег. Несмотря на все на это, он дает шанс вот этим людям, которые работают сейчас, пройти аттестацию и пойти в новую службу. Это так они проходят аттестацию? Это так они стремятся туда попасть? За что аттестация? Вы мне можете объяснить? Может. Вот люди, у них был шанс последний. Нормально работать, нормально дать возможность это что, здесь работать. Аттестацию здесь... не проходили? Ну, по всей видимости, да. Они здесь несли службу. А что они? Это, они это... здесь несли службу. По вашему приказу они так несут службу? Вы отдайте ответ прямой. Вы их руководитель, вы за них отвечаете. Пресс-конференция не дает. Это все не пресс-конференция. Вы же приехали вы для разбирательства. Ну что? Я хочу показать, как вы работаете. Вас больше интересует человек, который стоит просто рядом, чем ваши два взяточника и коррупционера. Это странно, как минимум. Так все понятно. Вызвали сюда. Там все понятно с ними, да? Я ну, понял. Человек вот разбираться уполномочен. Ну, да, руководство потихоньку разъезжается, уже, видимо, меры приняты. Вот, поэтому ждем пока реакции. Что? Я комментирую просто. Про что? Про ситуацию, как про что? Не про погоду же. А что будет с инспекторами? Вот их отстранят от службы или как? Ну, конечно, сейчас будет проводиться разбирательство. То есть они вот сейчас уже отстранены или они еще работают?